Сегодня в столице Туркменистана, городе Ашхабаде, начала свою работу 38-я конференция генеральных директоров железных дорог стран-членов Организации сотрудничества железных дорог. В работе форума, которая продлится до 19 апреля, принимают участие руководители и высокопоставленные представители железнодорожных ведомств 30 стран-членов ОСЖД, а также наблюдатели из 4 стран – Финляндии, Франции, Германии и Греции. Сегодня мы начинаем заседание конференции генеральных директоров нашей организации. Собирается 30 стран директоров железных дорог нашей организации, на котором-то мероприятии мы будем принимать решения, связанные с тем, что мы сделали в 2023 году, и решения на будущее нашей организации. Например, будем определять очень важные решения о целесообразности стратегии развития нашей организации. Я могу сказать тоже, что я первый раз в Туркменистане. Очень мне нравится город Ашхабад. До сих пор мы сотрудничаем уже 30 лет от момента вступления Туркменистана в нашу организацию. Надеюсь, что с этого момента тоже представитель Туркменистана будет работать в штаб-квартире нашей организации в Варшаве. В числе основных тем, вынесенных на повестку дня заседания, значится подведение итогов деятельности специализированных комиссий и постоянных рабочих групп ОСЖД за 2023 год, обсуждение рабочей программы организации на ближайшие годы, рассмотрение вопроса о целесообразности разработки проекта стратегии развития ОСЖД. Ожидается, что по итогам конференции будут подписаны ряд важных документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта между странами-членами ОСЖД.